Доброго всем времени дня или ночи. Сегодня у нас 24 февраля. Это Сакраменто, Калифорния. Нет, хочу сегодня показать. Не помню, я делал видео или нет, но вот насчет этих тарелочек для сирила, да, или мюсли, хлопья. Вот, смотрите, очень как бы остроумное изобретение, я считаю. Вот такая тарелочка пластиковая, и трубочка сразу встроена. Чтобы пить молоко. Да, чтобы пить молоко. Вот она до дна идет с надрезом. И все, получается. Сейчас я. Вот, мои девочки встали, сейчас они будут завтракать. Привет, скажи хай. Хай. А ты? Скажи. Привет. Привет. Мои две младшие девочки. Это 3 года Руфиночки. А это Лисаночка моя. Сколько тебе, Лисан? 7. И Александрочке 7 лет. Вот моя девочка. Мне 3. А тебе 3, да? Папа, нам нравится эта тарелка. Вот мы сейчас молочко. Просто нальем молочка. Папа, а мы его вчера, позавчера кушали. Что, так нравится, да? Да, сильно. Надо еще купить. Сильно. Ну и все простенько вот так вот заливается. Они сейчас ложечками сначала сидят. Сирил, а остальное допьют через трубочку или даже по ходу пьесы. Или просто нужно. С ложкой будем кушать ее. А помолиться. Боже, благослови, освети эту пищу. Мы славим Тебя, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Приятного аппетита, Руфочка.